Производство коньяка – дело нехитрое и недорогое. Правда, если заниматься этим на складе. В Димитровграде полицейские задержали двух псевдовинокуров 34 и 27 лет. Их подозревают в незаконной реализации фальсифицированного алкоголя. Обнаружено и складское помещение, где производство было налажено на широкую ногу. Правоохранители изъяли 4440 бутылок водки, 100 бутылок коньяка, 189 бутылок спирта, содержащей жидкости объемом пол-литра. По предварительным данным, сырье для производства и тара приобреталось в соседних регионах. В дальнейшем реализация произведенной продукции производилась через местных предпринимателей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.